Привет! Вы на канале «Веселье детям». Ну, практически как обычно. И мы сегодня будем угадывать как бы продукты с завязанными глазами. А я расскажу вам одно правило. Нельзя подглядывать. Ну вот именно. А то чё ж? Вот и мы. Где я? Кто я? Вот я. Где я? Ну, начинаем! Я возьму вот это. Что тут? Так, это... Вот это надо пробовать? Да. А что это? Посмотри, попробуй. У меня сыр. Лёше сыр попался. Ну, что это такое, Полина? Чеснок. Ну, почти. Там была мерзость. Так, я выберу. Это нам я сразу угадаю. Яйцо. Нет. Это яблоко. Яблоко. Колбаса. И да, это сардельки, правильно. В сторонку отодвигай лишнее. Следующее. Поле, это пустая лёжь, только что поставила. Поставь в сторонку. Да, берите. Это? Ну, например. Я хочу чуть-чуть. Нет, хлеб. Хлеб, точно. А какой, белый или черный? Черный. Правильно, в сторонку ставь. Подожди, Полина, пока угадай. Лук. Ну, да, это был лук сырой. Я вот это. Нет, да, я вот это. А вот нет, это? Я вот это. Хватит выбирать внутри. Лук. Нет, это не лук. Помидоры? Нет, ну-ка помидоры, попробуй, прожуй. Это что, мята? На что мятное? А, салат. Нет. Не совсем салат. Капуста. Капуста свежая. Ну, это жвачка, мята. Это супер мятная жвачка не была. Не сошла. А это что? Это знаю. Сразу знаю. Ну, помидоры или яйцо? А ты попробуй сначала. Морковь. Попробуй. Морковь. Там нет помидор. Морковь, правильно, Полина. Нет. Так и что это такое-то оказалось? Лимон. Лимон, точно. Так это, Полина, лимон, Алёша. Вот последняя осталась, Полине, формочка. Давай, пробуй ее. Лёш, тебе уже не хватило. А у Полины что последнее? Фу-фу-фу, это красная капуста. И мне получилось лимон. Вкусно сыр и хлеб. А колбаса? А, и колбаса. Остальное все фу-фу-фу. У меня они фу-фу-фу-фу попадались. Хотя яблоко было вкусное, но остальное все фу-фу-фу-фу. А давай!